Еще важно дао частица, но это при самой высокой заявке, при самых высоких смыслах у человека. Дао частица является, значит, одной из дальних структур, которые появляются в поле, активно начинают проявляться, когда человек, сущность находится на завершающем этапе, близко к переходу в тело света. А у нас есть лекция отдельная по дао? Нет? Не рассказывали? Я думаю, что мы запишем про первые элементы, потому что это достаточно важно, да, и про дао частицы постараемся там в одном флаконе, там, в ближайшее время и выложим. Там очень большой объем информации. Это приведет к формированию трехуровневого энергетического каркаса, который состоит там, первый уровень – это струна, созвучное многопроявленному импульсу. Второй уровень – это преобразование альных структур, которые мы с вами имеем. И третий уровень – это появление в поле человека необходимых частиц. Это дао-частицы, это античастицы, это микрочастицы, которых наука не знает, которые активно участвуют в преобразовании крови, выводе ее на новый уровень, для того, чтобы это проснулось. Достигается формирование трехуровневого энергетического каркаса с помощью погружения, чистоты намерений и перехода через ноль. Едем дальше. Люди, воплощая здесь или земные аватары, находятся в своих пространственных конфигурациях. От самых простых, там, вот эти треугольники, пирамиды там, и так далее, по степени усложнения. Там, это квадраты, кубы, это додекаэдры, икосаэдры там, и так далее. И в конечном итоге они приходят в шар, как наиболее совершенную на Земле конфигурацию, или в тор, который имеет более высокую абсолютность по сравнению с шаром. То есть вот это вот поступательное движение по пространственным конфигурациям снизу вверх –